Так, давай. Ой-ой-ой, смотри. Эти прям стреляют, гады, а. Так, давай, собачек, давай. Ну, пока лечиться не будем. Я думаю, мы сейчас пройдем пока. Без лечения. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки. Вы на канале Дуда Плей. Продолжаем играть в игру Антитеррорист Страж. Ух ты, смотри, кто у нас тут появился. Новенькие, да? Сейчас попробуем их замочить. Так, пёску. Так, гранатки. О, пропустил я. О, смотри, какой-то чувак с гранатометом стоит. Смотри, все интереснее и интереснее. Прохождение игры. Так, давай. Дух, песок сразу. Это прям какой-то мощный чувак стоит. Так, давай, ножи есть у меня. Так, давайте подлечимся сразу. Вот, неплохо подлечились. Так, давайте. Все к собачкам. Ай, собачки все убежали. Ну да ладно, будем знать, что... Не нужно спешить. Эти прям с гранатометами стоят, а, ребятушки? Так, дорогие друзья, также я хотел бы передать привет Максиму Павленко, Александру, Кристаллу, Лестгеймеру, Геймеру Робину, Тому, Фоди Жиму, Олегу Туманову и Море Жени. Всем я вам передаю привет. Вы писали, чтобы я вам передал привет. Так, а если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, пиши комментарий. И не забывай, конечно же, поставить лайк под видео. И я передам тебе привет. Так, смотрите, давайте купим шлемы. Возьмем. Так, а ну-ка. И вот эти можно продать. Они, в принципе, маленькие. Они нам уже не попадаются. Так, все. Давайте дальше. Да, намного сложнее стало. Все не так просто. Так, ну смотри, ножи прям хорошо убивают. Может быть, слушай, ножей купить побольше. Так, давай. Ой-ой-ой, смотри. Эти прям стреляют, гады, а. Так, давай, собачек. Давай, ну пока лечиться не будем. Я думаю, мы сейчас пройдем пока. Без лечения. Так, подлечимся в конце. Так, ну все, уже можно, в принципе, подлечиться. Так, хорошо. Ну, не на 100% мы подлечились, но тоже неплохо. Так, там у нас кто-то, какой-то враг стоит. О, сейф. Получили сейф. Ё-моё, смотри как, давай эту тетечку убивайте. Ой, монет, денежки я взял, забрал. Нифига там, смотри, двое стоят таких мощных чуваков, которые стреляют постоянно. Я их чуть не могу убить. Ну, сейчас откроем сейф, ребятушки. Посмотрим, что тут в сейфе. Ох ты, маска крутая. Ну, видишь, продвинутые, видишь, все уровни, 9 уровня. Так что можно там, в принципе, все это основное дело продать. По аптечке. Давайте купим уже аптечку получше. Так, в арсенал смотрим. По оружию. У нас, в принципе, только в основном автоматы и выпадают. Так, новое оружие. Ох ты, нифига себе, какой крутой. Так, эти вот пистолеты, они нам больше не попадают, поэтому мы их продадим. Так, маски. 10-11 уровня. Так, 12, вот, и будет новая маска. Шлем. Ух ты, какой красивый шлем, а. Так, вот эти можно продать. Да, это тоже. Все, вот 10 и 13 мы оставим на всякий случай. По бронежилетам. Вот это вот двоечка, четверочка, шестерочка, семерочка. Они, в принципе... А, ну, семерочку можно улучшить. Вот восьмерочку, девяточку, десяточку, одиннадцатую, двенадцатую, тринадцатую, четырнадцатую. Ой, какой хороший предмет у нас, ребят. Так, а эти можно, в принципе, смело продать. Ну, вот восьмерочку я еще оставлю на всякий случай. Ну все, отправляемся дальше. Так, особое, что у нас тут еще? По деньгам можно купить еще собачку, улучшить. Количество 10 собак будет. Ну давай, 10 собак, нормально. Отправляемся в бой. Так, сразу тогда пёску я буду отправлять. Так, все, она убежала. Ёлки-палки, смотри, как тут все интересно. Так, давайте взрывать будем сейчас гранатами, этими лимонками. Так, собачка работает, молодец. Тогда у меня есть ножи. Так, две собачки отправим. Даже можно еще парочку собачек отправить. Ё-моё, какие тут мощные все, а. Так, а мне надо... Ой, пролетело мимо. Так, мне надо не забывать, еще можно мне подлечиться будет. Так, ну, не максимально подлечивается, но уже лучше все равно. Так, давайте все последних собачек мы отправим. Ё-моё, вот здесь жара находится, да? Так, я пока денежки собираю. Ё-моё, совсем чуть-чуть, смотри. Вот этого добить. Но я думаю, мы справимся. Так, в арсенале что у нас здесь есть? Кепки. Собираем. Так, десяточка, одиннадцатого. Так, не хватает здесь.
Так, а здесь много очень броников, я смотрю. Прям куча. Так, ну, в принципе... А, вот, смотри, шестерочка и семерочка. Так, восьмого уровня. Тут пока ничего нету. Ладно, все, поехали дальше. Но у нас все равно уже прокачанный такой типок. Так, собачку отправим. А, убежала собачка. Ее вначале лучше нету самой. Немножечко подождать. Да ё-моё, какие вы все мощные, а. Как же мне вас... Так, давай сразу. Я троих прям песок отправил. Вот здесь, в принципе, да, уместно. Так, ё-моё, профукал я. Так, давайте сразу подлечимся, я думаю. Все хорошо, подлечились. Так, и последних собачек мы отправляем. Да, вот в этом месте сложно. Но сейчас они убегут. Да, собачки убежали, к сожалению. Трое прям осталось. Трое, прям их очень много. Давайте дальше в атаку. Еще раз. Так, собачку мы не отправляем сейчас. Еще рано. Вот сейчас можно двоих, даже троих. Потому что там еще стоят. Вот, они занимаются, видишь, давай еще двоих собачек. Ой, хорошо, все, собачки работают, прям молодцы. О, сейф, 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 это очень хорошо. Давайте соберемся. Так, давай подлечимся, все нормально, подлечились. И сейчас надо будет собачек, всех, я всех прям собачек отправляю. Может быть, конечно, я поспешил, всех, а нет, смотри. Нормально, может быть, даже и пройдем мы. Давай, давай, держись. Есть, есть, прошли уровень. Хорошо, совсем мало жизни у нас осталось. Но и заработали мы тоже неплохо. Ага, давайте откроем сейф сразу. Посмотрим, что у нас будет в сейфе лежать. Я надеюсь, там будет оружие. Да, у нас оружие и кипарик. Ну и денег, куча денег. Так, заходим в арсенал, смотрим по оружию. Так, собираем. Десяточка, одиннадцатая, двенадцатая. Так, а ну-ка, восьмерочка. Так, вот эти пистолетики. Мы их, в принципе, давай продадим. Они нам, в принципе, не нужны. А, здесь, а по кипарикам. Так, у нас десяточка. А, да вроде бы все. И по броникам. Семерка, восьмерка, девятка, десятка, одиннадцатая, двенадцатая. Пока тут... По одежде пока ничего не смогли сделать. По особым. 50 тысяч стоит аптечка, ребята. Давайте купим аптечку. И купим еще ракеточку. Все. Ракетку мы взяли и аптечку. Так, а ну-ка смотрим, что у нас здесь. Ого-го-го-го. Нифига, давай собачку сразу. Еще наш парочку собачек. Собачек у нас много. Ё-моё, смотри, сколько их. Офигеть. Так, кончилось у нас. Ну, сколько это есть? А, ножи. Так, песок. Сразу двух штук мы отправим. Пусть занимаются. О, надо всех собак нафиг отправить. Ух ты! А у нас аптечка, смотри. Две аптечки появилось. Но они достаточно такие слабенькие почему-то. Почему-то их разделили на две части. Ладно. Если что, будем приобретать аптечки. Так, ладненько. Фига, все, мы, получается, он у нас один дерется, без всяких подмог. Так, денежки 29 тысяч. Все, отошли мы назад. А в арсенал заходим, посмотрим, что здесь. По оружию можно что-то собрать. А, у нас, смотри, пистолеты все-таки нам приходят. Приходят пистолеты, ё-моё. Так, восьмерка. 1, 2, 3, 4. 5. Где-то там, тут, получается, будет 6. Так, 6, 8, 9, 10, 11, так, 12, 13. Вот так соберем, так будет легче нам. Да, нормально. Так, здесь по кипарикам очки. Первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые. Так, восьмые сюда. Так, девятка, куда девятка? А, девяточку сюда. 7, 8, 9, 10. Так, даже вот так вот 11. Даже 12 и 13. Вот так будем собирать, чтобы там нам будет легче. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 9. 8 здесь. 10, 11. Вот так вот. 12, 13, 14. Так, здесь что мы не собрали? Девяточку. Вот, десяточку. Хорошо, отправляемся дальше в путь. О, сейчас я вам ножами буду сейчас обстреливать. Так, сейф, хорошо. Давайте пёску сразу. Да, тут можно сразу несколько даже пёсок отправить. Потому что врагов, я смотрю, очень много. Просто очень много. Даже пару собачек отправим. Так, закончились у меня ножи. Так, ракеты зато есть. Давайте пёску отправим. Подлечимся. Немножко подлечились. Так, собачек. О, ракетка. Ракетка улетела куда-то. Не туда. Так, иди сюда, кидаем ракетку. Давай быстренько, срочно еще одну собачку. И мы, получается, сражаемся. Сражается чувак уже в одного. Да, так, нет, мы не смогли, не справились. Что у нас здесь? Мы практически скоро закончим, такие, дорогие друзья. Ну, на этом будем заканчивать нашу серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте привет, пишите привет. Я обязательно передам в следующем ролике привет всем. Всем пока, до новых встреч. И не забывайте почаще заходить на канал Дуда Плей.